В работе коллегии приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе Константин Сомов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также руководители правоохранительных органов региона. Подводя итоги за 2019 год, глава областного ведомства отметил, что надзор за соблюдением законодательства об оплате труда являлся одним из приоритетных направлений. В результате погашено 300 миллионов рублей долгов по заработной плате, что напрямую затрагивало интересы 8 тысяч работников. Активно велась борьба с серыми зарплатами, восстанавливались права граждан предпенсионного возраста. В 2019 году региональным надзорным ведомством было принято 84 тысячи обращений от граждан. Максим Ершов отметил, что большая часть поступила через интернет-приемную, что позволило значительно сократить сроки рассмотрения и проведения проверок фактов нарушения законодательства, изложенных жителями. Повышенное внимание в прошлом году уделялось вопросу восстановления прав участников долевого строительства жилья. Итогом работы прокуратуры во взаимодействии с региональной властью стали 43 достроенных объекта, в котором долгожданное жилье получили более 3600 горожан. Отдельно обращаю внимание, что для продолжения строительства проблемных домов и решения вопросов участников долевого строительства необходимо активизировать работу по возвращению, уважаемые коллеги, нецелевым образом израсходованных прежними застройщиками финансовых средств, которые направить, опять же, непосредственно на достройку этих объектов. И здесь позиция прокуратуры очень важна. По итогам коллегии было выработано решение, в котором отражены наиболее значимые направления деятельности на 2020 год, а также первоочередные меры по повышению результативности прокурорского надзора.